Отлично. Отлично. Добрый день. Спасибо всем, кто присоединился к нашему сегодняшнему вебинару. Наш вебинар сегодня проводится совместно со страховой компанией Namat Insurance. Это наш партнер в страховании, по страхованию. И я знаю точно, что на сегодняшний день у всех тех, кто работает в сфере туризма, очень много вопросов по страхованию туристов, выезжающих за рубеж. Мы все прекрасно понимаем, что страхование сегодня... Так, что-то у меня слишком шумно. Мы все понимаем, что нас ждут новые условия и в страховой деятельности, и поэтому сегодня гостями нашего вебинара стали представители. Вам слово, коллеги. Вы так сидите дружно в масочках. Добрый день, коллеги. Сегодня мы будем вас просвещать, может быть, добавить какую-то информацию, которую вы уже получили, знаете, по страхованию в условиях новых реалий ковида. Мы сегодня будем выступать с моим коллегой Ринатом Мухамедяновым. Будем выступать в масках, ну как в масках, кто будет говорить, будет снимать маску, кто будет там слушать, из нас двоих будет одевать. И вопрос такой немаловажный и насущный на сегодняшний день, как быть с ковидом, что с ним делать, есть ли решение у страховых компаний. В целом на сегодняшний день у страховых компаний в Казахстане, но нет четкого понимания по ковиду. Как его принимать, того, как страховой случай не принимать. Буквально некоторое время назад страховой компании Namat Insurance было принято решение по покрытию COVID по обязательному виду страхования, применив при этом поправочные коэффициенты именно к COVID. Сам обязательный вид страхования, он будет покрываться, но там есть определенные некоторые условия, которые мы сегодня говорим. И те условия страхования, которые существуют, которые не будут попадать, мы их будем компенсировать или закрывать, можно так сказать, добровольным видом страхования. Мой коллега Ринат сейчас пройдется по презентации. По презентации, к сожалению, мы сейчас ее подгрузим буквально в ближайшее время, чтобы мы могли с ней ознакомиться. Но основные термины, которые использовались и в обычном страховании, определение страхового случая, что входит, Ринат сейчас ближе осветит, и на слайде, который будет разграничивать условия именно в ковиде, мы на нем остановимся подробнее, потому что от него будет зависеть там, и понимание для нашего общества, и тот момент, где какими дополнительными страхованиями мы сможем закрыть эти моменты, которые не входят в покрытие. Эхо, да, конечно, давайте. Сейчас мы здесь, маленький момент, здесь эхо возникает. Да, мы наушник подключим, чтобы слышно было. Наушники. Добрый день, коллеги, добрый день, партнеры, приветствуем вас. Как и говорил мой коллега Мурат, сегодня... А можно я извиняюсь, маленькую ремарку, проверить звук, сейчас слышно звук? Кто-нибудь мог бы отписать, слышно, не слышно? Эхо существует, продолжается эхо или уже нет? Плохо слышно. Это может быть подключить. Потому что мы себя не слышим. Как сейчас слышно? Комментируйте, пожалуйста. Эхо и пропадает звук. Периодически пропадает звук и подвисает. Более-менее уже слышно. Ну давай, Ринат, начинай. Хорошо, более-менее слышно, это уже плюс. Добрый день еще раз, коллеги. Как говорил мой коллега Мурат, сегодня мы расскажем вам об обязательном страховании, какие перечни рисков входят в обязательный вид страхования, в чем разница обязательного страхования между добровольными видами страхования, какие риски покрывают добровольные виды страхования, какая стоимость, какие лимиты ответственности
все эти моменты мы сегодня осветим. Итак, по обязательному страхованию. Стоит отметить, что обязательным страхованием туриста, которые регламентированы законом об обязательном страховании туриста, это такие риски, как несчастные случаи, произошедшие на территории страхования, приведшие к смерти застрахованного, либо причинение вреда его здоровью. Под несчастным случаем понимаются внезапные, непредвиденные, непреднамеренные внешние события или воздействия в отношении застрахованных лиц. Также поднимаются внезапные острые заболевания, резкое ухудшение здоровья туристов или обострение хронических заболеваний. Качество ужасное. Требующих оказания застрахованной экстренной помощи. Также в обязательном страховании такие как амбулатории, ОРВИ, стоматология, патриация, подробка. Эти моменты все остаются в обязательном страховании. Хочу напомнить, что на момент в обязательном страховании туриста остаются те же самые тарифы в программе 1, 3. У нас в Инфотур летит в Анталию гражданин России с видом на жительство. Ее пустят? Сейчас. У кого? Запроси, пожалуйста. Да. Что-то они вообще отключились. Оружик. Что-то вообще не в тему, оружик. Они отключились, все пишут, ничего не слышно. Слышно вообще? Все, не слышно и не видно. Что за тропитель на АМБ? Это я? Уважаемые слушатели, у нас момент, когда например, страховую полиса, например, 10 тысяч долларов, либо евро, и 50 тысяч долларов, и 1 подразумевается Турция, программа 3 – это экзотические страны, такие как Мальдивы, Куба, Доминика. Что касается обязательного страхования, на сегодняшний день будет завтра. Мы предполагаем на сегодняшний день изменение тарифной сетки, а именно увеличение поправочных коэффициентов в обязательном страховании. Мы будем покрывать ковид. Что будет покрываться по ковиду? По ковиду будет покрываться ПЦР-тест при положительном результате. Процедурно расскажу. Ковид. После того, как у застрахованного, у туриста обнаружился положительный тест, он будет госпитализирован в госпиталь, либо в специальную зону, где будет находиться.
в этой специальной зоне, либо в госпитале частном, либо государственном, ему будет оказана медицинская помощь, то есть лечение. Тут предприняты все меры предотвращения заболевания и улучшения здоровья туристу в различных степенях. После чего, по истечении, ну, как правило, по протоколу ВОЗовскому это 14 дней, по истечении 14 дней туристу ассистентской компании будет предоставлен обратный билет на родину, в Казахстан, с момента отбытия, откуда он отбывал. В том случае, если турист просрочил момент своего вылета, например, у него период карантина 14 дней, а период отбытия у него был на 7-й день пребывания в карантине. В этом случае страховая компания полностью покрывает обратный билет туриста. Можно здесь такой небольшой уточняющий момент? Это связано, данное покрытие осуществляется по тем моментам, когда турист находится на стационарном лечении и по медицинским показаниям он не может покинуть территорию свою, где он находится. Далее. Есть моменты, многие наши слушатели, туристы, наши партнеры, турфирмы задают вопрос, а когда же не покрывается то же самое ковид в отношении УСТ обязательного страхования туриста? Здесь я поясню, покрытие не подлежит, когда у туриста тест отрицательный, то есть либо если тест отрицательный, за тест турист сам оплачивает. В случае положительного ковида анализ мы берем ответственность на себя, мы покрываем. В случае отрицательного турист эти расходы берет на себя. Но есть такие туристы, к сожалению, назовем их контактными, бессимптомными. Когда у туриста тест положительный, тем не менее он бессимптомный, но он контактный. Этих туристов также могут расположить на карантине, там, в определенных зонах при отеле, в госпиталях, чтобы избежать какой-либо контактности с окружающим миром. В данном случае страховая компания несет ответственности и эти моменты не покрывает. Для этого мы предусмотрели добровольные виды страхования, два вида страхования, о них мы поговорим позже. Сейчас бы хотелось завершить по обязательному страхованию туристов. Возможно, будут какие-то у наших слушателей вопросы. По обязательному страхованию туристов многие задавали вопросы, ну как же государство будет оказывать медицинскую помощь на иностранном государстве, да, за рубежом, в странах пребывания. Как вы комментируете, зачем эта страховка нужна обязательно и прочие моменты. На сегодняшний момент мы располагаем информацией о том, что государство конкретно Турции и Египта говорит о том, что туристу будет выставлен счет, независимо это государственная клиника, частная, турист будет оплачивать эти расходы. Поэтому в рамках социального страхования, обязательного страхования туриста будут эти риски учтены и покрываться согласно представленных ранее мной сказанных лимитов. Возможно, у вас, уважаемые слушатели, будут какие-либо вопросы касательно обязательного страхования. Если вопросов не будет, то я продолжу и расскажу по добровольным видам страхования. Так, Балжан, прокомментируйте, как нам быть. Нам самим отвечать на... Вот мы тоже сейчас снизу видим вопросы от агентств. Или вы будете вопросы нам ставить, и мы будем на них отвечать? Здесь, смотрите, давайте мы, наверное, сами будем, не будем ждать, чтобы тянуть время. Напишите, если у вас есть памятка по страхованию, что будет мне рекомендовано, где будет размещено. Да, у нас будут памятки по страхованию, то есть это... Общедоступная будет информация после того, как мы ее скорректируем, обсудим ее с туроператорами. Все, что мы сегодня рассказали, будет эта информация на сегодняшний день. Информация может изменяться, то есть меняться. Это все зависит от текущей ситуации за рубежом. То есть государство той или иной страны может принять какие-то меры. Да, сегодня покрывается государствами зарубежными, завтра это будет покрываться, мы тоже будем предпринимать меры. Где-то
мы вернем, возможно, назад. В продолжении мной сказанного, повторюсь. Вот здесь Рима пишет, что ничего не услышали, практически ничего из того, что рассказывали. Пропали совсем ничего, не слышно сервизник. А что они рассказали, не слышно клавиат. Турист обязательно, чтобы страхование покрывалось. Должен возвращаться соответственно. Ответ на ваш вопрос, да. Есть у нас представлена нами диссертация Сергеенства, а тут будет информация у операторов на нашем сайте, в нашем отделе управления медицинского страхования, в центре. Вся информация будет в открытом доступе. Сейчас принимается решение об утверждении программы. Предположу, что да, ассистанс это... При наступлении страхового случая турист обязательно должен иметь ассистента, что с ним произошел тот или иной случай. Должен, если у него нет возможности позвонить на указанный номер в сертификате, он может всегда воспользоваться WhatsApp-мессенджерами, WhatsApp, Viber, Mo в той или иной стране. Всегда у нас, как известно, на ресепшенах есть Wi-Fi на лобби, и турист может беспрепятственно ими воспользоваться, написать. Беспрепятственно ассистент ответит на все вопросы, будет координировать, а в координации действий будет ассистентом это указать фамилия, имя, отчество, местонахождение, контактный телефон, обстоятельства, при которых, может быть, мы сейчас попросим Балжан что-то сделать, может, мы не будем с ноутбука транслировать, а, возможно, мы подключимся с телефона, и это будет более целесообразно, возможно, с телефона не будет помех. Наши слушатели, просим у вас прощения, мы буквально 1-2 минуты, мы перезапустимся и начнем заново, так как многие пишут, что ничего не слышно и не видно. Некоторые изменения внесли, связанные с качеством. Так, переверни. Да. Так, если мы так переворачиваем, нет. А, вот видно, да. Попробуем повещать с телефона, чтобы это было удобнее. Ренат, может быть, вкратце сейчас опишет те основные моменты, которые были проговорены. Еще раз всем здравствуйте. Ранее все, что мной было сказано, к сожалению, было не услышано. Я повторюсь, максимально сократив ненужную информацию, да, как бы без лишних моментов. Сейчас мы хотели объяснить, что есть обязательное страхование сегодня, что оно будет завтра, какие риски оно покрывается, в чем разница добровольного страхования между обязательным и какие риски будут покрываться добровольным страхованием. На сегодняшний день обязательное страхование регламентировано законом об обязательном страховании туриста. В обязательном страховании туриста предусмотрено 3 программы. Каждая из программ предусматривает страховую сумму в 10 тысяч долларов либо евро, в 30 тысяч долларов либо евро и в 50 тысяч долларов либо евро. Это по первой программе это такие страны, как Турция, вторая программа это Египет, третья программа это Куба, Доминикана либо Мальдивы. Основными моментами изменения касательно будущего по обязательному страхованию это увеличение поправочных коэффициентов. При увеличении поправочных коэффициентов мы берем на себя риск покрытия COVID-19. Какой алгоритм действий у туриста при покрытии COVID-19? То есть, что будет оказано туристу? Первый момент. У туриста диагностирован COVID-19, после чего ему проводится ПЦР-тест. ПЦР-тест проведен, туриста располагают в госпитале, то есть его производят транспортировку в госпитале, его ему оказывают медицинскую помощь, то есть всячески лечат медикаментами, либо по рекомендации врача подключают от степени сложности к аппаратам ЭВЛ. После того, как он пробыл в карантине, регламентировано 14 дней, либо меньше, либо больше, страховой компании будут покрываться расходы на обратный билет туриста на родину. Это в случае положительного результата анализа на COVID-19. Но есть те моменты, которые мы не покрываем. Мы не покрываем такие случаи, как бессимптомность. То есть это люди, туристы, которые являются носителями
вирус COVID-19. В данном случае те туристы, кто не является носителем, это бессимптомные люди, у кого нет ни жара, у которого нет температуры, у которого нет одышки, там, затрудненного дыхания, боли в груди, либо сухого кашля, но тем не менее у них тест положительный. И эти люди остаются по обязательному страхованию без внимания, без оказания медицинской помощи. Для таких людей мы предусмотрели добровольный вид страхования по COVID-19. Наверное, не без медицинской помощи, просто... Да, ну, как бы по обязательному страхованию в любом случае осмотр врача будет покрываться, и какие-то первичные манипуляции, они покрываются. Но, как бы, дальнейшая госпитализация, обратный билет, на это турист уже не сможет рассчитывать. Бессимптомный, подчеркну, бессимптомный турист, который является просто носителем. В данный момент мы разработали такие виды страхования, добровольные виды страхования, которые подразумевают под собой первый вид страхования. Это единовременную компенсацию в размере 200 тысяч тенге. Стоимость данного продукта составляет от 1 дня до 14 дней 7 евро, от 1 дня до 30 дней 10 евро. Здесь условия этого покрытия единовременной выплаты при возвращении туриста на родину в Казахстан, о том, чтобы турист предоставил нам соответствующие документы, подтверждающие документы о его нахождении в определенном госпитале и положительном тесте на ковид. Здесь безукоризненно нашей компании будет произведена страховая выплата в размере 200 тысяч тенге. По второму виду добровольного страхования предусмотрено покрытие до 300 тенге. Тысяч тенге. Здесь сумма не выплачивается единовременно. Услуга оказывается ассистентской компании, то есть покрывается трансфер до аэропорта и обратный билет на родину. Все это, еще раз подчеркну, организовывается ассистентской компанией. Лимит ответственности до 300 тысяч тенге. То есть либо независимо сколько турист понес расходы, 100 тысяч, 200 тысяч, там будет ему фактическая оказана услуга ассистентам. Стоимость данной секции, данного продукта составляет от 1 дня до 14 дней 10 евро и от 1 дня до 30 дней 15 евро. То есть это не за каждый день? Да, да, это не за каждый день, это регламентировано от 1 до 14 дней, и те люди, туристы, кто берет свыше 14 дней, до 30 дней 15 евро. Данная услуга, она добровольная, у туроператоров она будет включена как добровольная опция, помимо обязательного страхования. Кому нужен вопрос у многих туристов, у многих наших слушателей, у наших партнеров, турфирм, туроператоров, в чем разница? Разница в том, что в обязательном страховании туриста покрываются экстренные неотложные случаи, связанные с нанесением вреда, ущерба здоровью. Это те люди, которые подвержены риску COVID-19. Но, подчеркну, есть такие лица, туристы, которые бессимптомные. Бессимптомные люди по обязательному страхованию находятся не под защитой. Поэтому мы предлагаем добровольный вид страхования. Кто может, вопрос задают, как вы узнаете, кто может оказаться, а кто может не оказаться. Здесь мы рекомендуем всем туристам брать добровольный вид страхования, тогда туристы будут под 100% защитой. И не придется уже по факту думать о наступлении страхового случая, зная, что вы полностью защищены. Что касательно, скажем так, обязательного страхования, еще какие вопросы у нас поступают? Почему вы в обязательном страховании не включаете такие риски, как в добровольном страховании, бессимптомных? Объясню, что законом об обязательном страховании туриста регламентированы размеры страховых сумм, риски, которые мы подвержены как бы выплате. И, к сожалению, мы не можем там увеличивать сумму в пределах лимитов, тарифов, которые на данный момент мы имеем. Но расходы, они непредсказуемы. Данный вид страхования, добровольный, то, что мы сейчас разработали, он является на самом деле уникальным.
И на сегодняшний день на рынке Казахстана не каждая страховая компания готова предоставить соответствующую услугу. Мы хотели бы с вашей стороны тоже, чтобы вы пришли к нашему пониманию, да, что мы находимся в единой ситуации, и мы хотим восстановления туристического бизнеса. А сейчас, коллеги, если у вас есть вопросы, мы с моим коллегой Муратом рады будем ответить на них. Давай, может быть, я тогда, раз у нас Балжан не может принять участие, я выступлю как и модератором, и также отвечать буду на вопросы. Да? Угу. Так, сейчас буквально секунду. Так, давайте сначала. Если билет дороже будет, чем 300 тысяч тенге? Ну, когда мы свой расчет делали, мы выходили из стоимости, когда производили расчет, мы выходили из стоимости, что 300 тысяч тенге, это будет включать обратный билет, стоимость которого, ну, в этом пределе, она достаточна для обратного билета, а также для трансфера до аэропорта. Следующий вопрос. Получается, вы обязательно ее не включаете? Данный вид страхования, две секции, которые Ренат осветил ранее, добровольных видов страхования, они будут на выбор в системе туроператора. Они будут стоять в форме галочек, вы можете их добавлять, может быть, их не ставить. Тем не менее, по обязательному виду страхования те же самые риски, они будут покрываться, но только тем лицам, туристам, которые нуждаются в экстренности, у которых есть показатели на ковид, симптомы на ковид. И в данном случае тот же самый трансфер, тот же самый обратный билет на родину, пребывание в госпитале, тест на ковид при положительном результате нами будет покрываться. Так, следующий вопрос. При добровольном страховании полностью защищены. Огласите, каким образом, пожалуйста. Да? Но мы говорим, что добровольный вид страхования, вот смотрите, у нас, давайте примем, может быть, такое понимание, как две руки. Допустим, правая рука – это то, что касается обязательного вида страхования, когда есть симптомы, да, когда человек находится на стационаре, когда ему требуется необходимая медицинская помощь. Таким лицам, таким, они попадают под закон об обязательном страховании туриста, и они защищены. То, что Ренат освещал ранее, у нас есть вторая часть, да, будем говорить, вторая рука, когда человек бессимптомный. То есть, да, прием врача, который будет в клинике, тест ПЦР в случае положительного результата, он будет покрыт, но у него нет температуры, нет отдышки, да, он просто проходит бессимптомно. Ну, как один из вариантов, это просто носитель заболевания. Вот в данном случае они не выпадали из закона об обязательном страховании туриста, что и мы предлагаем две секции, по которым, если его оставляют там в госпитале, да, там образно, или на каком-то лечении там за рубежом, стационарном, незначительном, как он будет возвращаться? Пропускает он свой рейс, да, пожалуйста, он взял секцию, секцию 2, компенсация билета. Либо тот момент по секции номер 2, да, где он может получить при прилете на родину компенсацию 200 тысяч тенге, при этом показав документ, да, что он за рубежом был тест ПЦР положительный, сдать какую-то там документацию, что он там находился где-то, и компания будет единовременно принять решение о выплате суммы 200 тысяч тенге. То есть, смотрите, 200 тысяч тенге – это единоразовая выплата. То, что касается билета, там необходимо 100% уведомление ассистанса, чтобы он подготовил все операции, манипуляции, связанные там, с перебронированием этого билета, и организовал трансфер. Угу. Так, сейчас я дальше буду считать, Ренат, вопросы. Угу. Так, лица старше 65 лет, условия страхования с COVID-19. Давайте, Мурат, я отвечу на этот вопрос. По обязательному страхованию лица старше 65 лет, меньше 60, без ограничения по возрастным критериям будут покрываться. По добровольным видам страхования лица старше 60 лет не подлежат страхованию. Так, очень много вопросов из этого перескакивает. Звук пропал, да? Вот на данный момент еще один вопрос. 200 тысяч, разве это
хватит на лечение. Вы же сами понимаете. Так, можешь вернуть? Вы же сами понимаете. Быстро пишут. Вы же сами понимаете, что лечение за рубежом дорогое. Давайте здесь прокомментируем. Давай я прокомментирую. Да, уважаемые коллеги, смотрите, 200 тысяч – это компенсация, она в большем случае выглядит так. Человека изолируют. То есть это, если это территория отеля, да, где он будет находиться. Но мы этот момент точно не знаем, мы некомпетентны в ответах на эти вопросы, потому что на сегодняшний день у нас информация тоже точно такая же, как у вас. То, что при отелях будут созданы специальные зоны отельные, там будут размещаться там, симптомные, бессимптомные заболевшие, будем тогда называть их. Но есть также информация, что бессимптомных есть отели, которые не будут держать на своей территории, располагать, и им необходимо будет где-то размещаться. То есть вот эта сумма компенсации, она подразумевает, она выходила тоже из определенного расчета, что в течение там, 10-14 дней, на которые он будет находиться за рубежом, этой суммы будет достаточно на размещение. То есть бессимптомных у нас за рубежом лечить не будут вообще в целом. Они просто находятся под наблюдением, так же, как у нас в Казахстане. Давайте следующий вопрос. Так, а что касается ребенка от 2 до 0 лет? Дети, на сегодняшний день информация такая, что в нашей компании также будут применены такие же тарифы, и детям будет оказана аналогичная помощь, независимо от возрастных критерий по обязательному страхованию. Часто возникает вопрос, а если заболеет ребенок, о сопровождении ее должна быть мать, либо наоборот, там, мать с ребенком поехала, как будет решаться вопрос? Отвечаю на этот вопрос, что детям до 14 лет будет оказана соответствующая помощь, то есть они также будут рассчитывать на обратный билет, на пребывание между мамой и сыном или дочкой, не будут находиться в одном месте, и обратным билетом будет предоставлен нашей страховой компании. Это при обязательном страховании. Угу. Но если есть еще папа, скажем, третий родственник, там бабушка, дедушка, эти лица уже, к сожалению, страхованию не подлежат в случае, если у них нет добровольной страховки. Той самой страховки, говорим, которую мы озвучивали ранее. Так, можно такой еще вопрос. При добровольном страховании старше 65 лет, повторите, пожалуйста, звук пропадал как раз. Еще раз я повторю, что у нас по обязательному виду страхования нет возрастных ограничений. По добровольному виду страхования по обеим секциям имеется ограничение, лица старше 60 лет не подлежат страхованию. Как будут выявляться бессимптомных? Бессимптомных будут выявлять согласно тому же самому тесту на ПЦР. То есть, если тест на ПЦР, врач определяет, то, что он бессимптомный, значит, в данном случае турист оплачивает расходы за тест сам. Если этот турист, у него тест положительный, то в данном случае расходы на ПЦР-тест и последующие расходы несет страховая компания. Такой вопрос. Уточните, пожалуйста, где будут в итоге размещаться бессимптомные за 200 тысяч тенге? Бессимптомные на данный момент мы не можем располагать точной информацией и вам сказать, что это будет определенный там кампус, больница, либо это приотельная территория. Мы этой информацией не владеем. Но, тем не менее, мы готовы, будто бы это приотельная зона, будет ли это какой-то госпиталь, либо отдельные зоны. Мы готовы рассмотреть эти моменты расположения туриста. И поэтому мы уже предположили определенные расходы на туриста. Вопрос в том, что турист будет платить за эти расходы сам, если он бессимптомный, либо платить будет за него страховая компания, если он симптомный и у него есть все признаки COVID-19. Следующий вопрос. Так. А как выявляются бессимптомные и будут ли тестировать сопровождающих, у кого выявлен вирус? А выявляться бессимптомных, я еще раз повторю, это прерогатива врача на месте. Да? Первое, он обращается обязательно в медицинский ассистанс. Медицинский ассистанс запрашивает необходимую информацию, когда появились первые симптомы, что это было. Да, там, в дальнейшем по необходимости это направляется к отельному врачу, который дает рекомендацию. То есть, да, в случае, если есть
явно выраженные симптомы, которые согласно протоколу, тогда вызывается автомашина, там скорая помощь, либо специализированная машина доставляется в госпиталь. Проводится ПЦР-тест. Ну, на основании ПЦР-теста у нас же включаются вот эти два вида. Помните, как я вам ранее говорил, две руки. Да, если у него есть симптомы, которые требуют оказания экстренной медицинской помощи, они рассматриваются в рамках ОСТ. Если бессимптомные, у нас тоже варианты два. Так, следующий вопрос, Мурат. В обязательном страховании не входит обратный билет, верно? Как быть туристом старше 60? Так, неправильно, здесь я сразу скажу. Прочитаю полностью вопрос. В обязательном страховании не входит обратный билет, верно? Сразу отвечаю, неверно. Как быть туристом старше 65 лет, которым нельзя оформить добровольное страхование? В обязательное страхование входит обратный билет при положительном результате на анализ COVID-19 ПЦР. Как быть туристом старше 65 лет при добровольном страховании? При добровольном страховании, к сожалению, у нас страхование мы не берем. Но в рамках обязательного страхования мы все риски будем покрывать при положительных результатах ковида. То есть, если это третий человек сопровождающий? Нет, это уже другой вопрос. Угу. Вопрос прочитает. То есть, если это третий человек сопровождающий, у которого есть добровольное страхование, но отрицательный результат у него, его расходы покрываются, так как он папа, например? Так, если третий человек сопровождающий, у которого есть добровольное страхование, но отрицательный результат, у него и расходы. Здесь покрытию не подлежит, так как первая причина – это у него тест отрицательный. И второй момент я ранее озвучивал. Третий человек, даже если заболел ребенок, один сопровождающий – это на выбор мама либо папа, и в данном случае указали папу, третий человек покрываться не будет. Да, я еще тут уточняющий момент внесу. Раз у него отрицательный тест, то есть он не болеет. Если у него какие-то другие симптомы, связанные с болезнью, да, с оказанием экстренной помощи, то это будет все идти в рамках ОСТ обязательного страхования туриста. Следующий вопрос. Если он бессимптомный, зачем ему обращаться к врачу? Здесь я, наверное, отвечу на этот вопрос, Мурат. Человека бессимптомного могут выявить в отеле, то есть он может быть контактным. Например, в отеле кого-то выявили реально симптомного человека, а этот человек является контактным. Поэтому этот человек может сам выступить как бы волеизлиятелем, провериться на COVID-19. В данном случае это будет приравнено как профилактика, если он будет сам. В случае отрицательного результата он будет сам оплачивать за тест. Так, вот от Лены вопрос, можно я, Ренат, его зачитаю? Ренат, вы сказали, лучше приобретать добровольное страхование, и мы защищены 100%. Что входит в 100% защиту, прокомментируйте. Трансфер до аэропорта, обратный билет, госпитализация, что еще? Елена, отвечаю на ваш вопрос. В случае приобретения обеих страховок по добровольному страхованию, по первой секции турист может рассчитывать на единовременную оплату при возврате в Казахстан 200 тысяч тенге. Например, этих денег хватит на тот же ПЦР-тест, на ту же самую госпитализацию. И если он в размещении в госпитале, либо в отеле, в какой-то приотельной зоне, и 300 тысяч тенге ему вполне хватит на обратный билет и на трансфер до аэропорта. То есть в данном случае мы считаем, что этой суммы хватит, так как мы также контактируем с ассистентской компанией, мы предварительно запросили сумму расходов, которые может понести турист. Данными расходами мы располагаем, и сумму в размере, если две секции брать по добровольному страхованию, в размере 500 тысяч тенге, ее вполне хватит понести основные расходы туриста за рубежом. Да, если страховой суммы не хватит определенных моментов, то в данном случае турист, конечно, будет какие-то средства нести сам, но основные моменты будут покрыты. Ну, я хотел уточняющий момент еще именно вот насчет 200 тысяч тенге, может быть, Ренат, при своем разъяснении. Для тех, которые находятся бессимптомные, то есть у них это и специализированные палаты, да, какие-то, которые не требуют там дорогостоящих манипуляций,
То есть, чтобы понимали, и там стоимость его размещения, она в пределах лимита, мы посчитали, чтобы это была усредненная сумма, та, свыше которой турист бы не затратил своих денег. Следующий вопрос. Прилетел турист с маленьким ребенком. Так, перескочила. У обоих обязательное страхование. У туриста выявили ковид, госпитализация на 14 дней. Покрывается лечение и возвращение на родину. Что при этом с ребенком, у которого не выявили ковид? Сейчас убегает. Ага. Ну, давайте, коллеги, говорить так, что за правило, тоже по нашей информации, по нашей имеющейся статистике, если человек контактный, то что и у первого, что и у второго ребенка будет положительный результат. Соответственно, две опции, которые мы предполагали, да, там, именно по добровольному виду страхования, если они будут приобретены, то будет идти покрытие в соответствии с лимитами страхования. Но также там, я не знаю, что дети, как они отдельно летают от родителей, нет, но, скорее всего, это с родителями будет. Один родитель останется с ними. Если эти дети... Если им нужен сопровождающий. Сопровождающий, и они там до определенного возраста, кажется, на 14 лет. Далее вопрос. То есть турист все оплачивает сам на месте, собирает чеки, и потом в РК получает выплату. При добровольном страховании, при выборе секции 1, где размер страховой суммы 200 тысяч тенге, совершенно верно. Турист собирает все соответствующие документы, приезжает на родину, и ему выплачивается зависимо 200 тысяч тенге. Так. Следующий вопрос. Репатриация. Прошу разъяснить подробно репатриацию. Данный риск репатриации, он... Тут не уточнен вопрос при ковиде, не при ковиде, но независимо от этих моментов. Если репатриация вследствие ковида, здесь уже, я думаю, будет подключаться государство, государственная сторона. А в случае, если не связано с ковидом-19, то этот риск никто не отменял. Страховая компания и ранее несла эти моменты рисков, ответственность, брала обязательства на себя. То и сейчас, и в будущем этот риск никто не убирал, он также будет присутствовать. Следующий вопрос, Мурат, огласите, пожалуйста. Как будет оплачиваться репатриация в случае с ковид? Ну вот Ренат подчеркнул, это у нас один вопрос, что в рамках обязательного вида страхования репатриация, она покрывается, и то есть мы от нее не уходим в случае... На сегодняшний день мы с вами не имеем четкого понимания, будет ли... Там, требовать государства страны нахождения, репатриировать, ну не репатриировать, за похоронить, да, там, я не знаю, его на территории, или там будут моменты возврата его на родину тела. Если мы говорим про репатриацию, на сегодняшний день данная процедура при репатриации в стране пребывания, чтобы производить какие-то захоронения на той стране, эти моменты не регламентированы. Ни одним государством. На государственном уровне. Это все будет решаться на государственном уровне, будет рассматриваться индивидуально. На сегодняшний момент мы данной информацией не владеем. Возможно, завтра, либо послезавтра мы будем готовы ответить на этот вопрос. Так, следующий вопрос. Да, если всего два туриста, один ребенок и один взрослый, взрослого забрали с ковид, что с ребенком? Повторите, пожалуйста. Ну, на самом деле, вопрос уже пятый раз повторяется, да, я, наверное, мы с Муратом еще раз ответим, крайний раз на этот вопрос, и больше к этой теме возвращаться не будем. Если всего два туриста, один ребенок и один взрослый. Здесь, в данном случае, если ребенок старше 14 лет, то и он является носителем, заболевшим, симптомным, и у него все признаки COVID-19, то в данном случае расходы на сопровождающего будут покрываться страховой компанией. Если он младше 14 лет, если он старше 14 лет, то есть, ну, аналогично, наоборот, ситуация, то не будет покрываться. Угу. Так, следующий. То есть мы ранее об этом говорили. Если кому-то не совсем понятно сказал, возможно, еще раз повторим в индивидуальном порядке, дадим разъяснение. Вам надо интернет наладить. Да, давайте вопросы, коллеги, потому что, ну, мы постарались
Даже вот подключились к вам с телефона, потому что есть определенные проблемы со звуком. Не ответили, если взрослый заболел. Если взрослый заболел, то согласно программам страхования... Давайте этот вопрос... Сейчас к следующему перейдем, а выше я то, что касается взрослого, я отвечу на вам. Следующий вопрос зачитай, пожалуйста, я отвечу. Я правильно так. Тут быстро пишут, не успеваешь. Так, минуту. Ну давай, я пока ответ нашел. Можно на предыдущий обед вопрос коллеги отвечу. Что касается, если там взрослый остался как бы с ребенком, да? У нас обязательным видом страхования покрываются расходы на оплату транспортировки несовершеннолетних детей, так оставшихся на территории страхования без присмотра в результате страхового случая, произошедшего с застрахованными. Так как ковид страховой компании на Matter Insurance был принят как страховой случай, да, с повышающими коэффициентами, соответственно, в рамках лимитов, указанных в программах страхования, программа страхования это по первой программе $800, либо евро, по второй 1000, по третьей 1200, мы будем нести ответственность. То есть за доставку там, или сопровождающего к месту, где находится ребенок. Угу. Следующий вопрос. Спасибо, Мурат. Следующий вопрос. Я правильно задаю вопрос Дильнара. Я правильно поняла, если у человека выявили COVID-19, он полностью покрывается обязательной страховкой. А если бессимптомно и у него выявили без добровольной страховки, он будет платить сам. Так вот, чуть ниже вопрос продолжим. Он будет платить сам. А если у него есть добровольная страховка, то вы ему возместите сумму, но в пределах 200 тысяч тенге или 300 тысяч тенге, в зависимости от купленной. Все верно? Так, все верно. В рамках обязательного страхования будет оказана регламентированная помощь, то, что мы ранее озвучили по обязательному страхованию. А если он будет бессимптомный и у него будут две страховки, и по первой секции, и по второй секции, то ему будет оказана соразмерная помощь, указанная в рисках и по первой, и по второй программе, в зависимости от купленной программы. Если у него будет куплена только одна программа, то будет оказана помощь в рамках одной программы. Две, то уже у него более обширная помощь. Да, эта информация, вот то, что еще вопрос был, презентажку можете отправить или на почту. Презентация будет размещена в доступах, мы ее направили туроператорам, они разместят ее на своих сайтах, платформах, также она будет доступна на нашем сайте страховой компании Matter Insurance. И, коллеги, хотелось бы отметить, что все сегодня нами сказанное, данная информация, это на сегодняшний день, данные условия, информация, все данные могут меняться в зависимости от происходящей ситуации в мире. Потому что каждый день какая-то новая информация, какие-то дополнения, какие-то новые сведения, риски непредсказуемые. Поэтому все сегодняшнее наше выступление, наши высказывания, они именно на сегодняшний день. Напомню вам. И сегодня мы попытались дать информацию, то, что касается вот обязательного вида страхования, разделения, разграничения его, какие два вида добровольных страхований, именно связанных с ковидом, мы предлагаем. Также туроператорам мы дали предложение по дополнительным видам страхования, которые они разместят в ближайшее время информации. У нас есть еще такой вид страхования, это нашей второй компании NomadLife, которая будет покрывать смерть в результате ковида. То есть мы ее пока так, для вас не афишируем, потому что он такой тяжелый вопрос, но он на самом деле есть, разработанные программы. Тоже стоимости их недорогие, они 2500 тенге идет на миллион и 5 на 2 миллиона тенге. Спасибо сегодня всем нашим слушателям. Мы максимально постарались с моим коллегой Муратом озвучить все затронутые вопросы. Возможно, у многих есть те вопросы, которые сразу так на ум не придут. Есть вопросы, которые возникнут позже. Мы готовы ответить на все вопросы. Задавайте вопросы вашим партнерам, коллегам, туроператорам, пишите нам на почту. Они переадресовывают. Нам всегда переадресовывают, мы всегда доступны, мы всем ответим, мы всегда в открытом доступе. Спасибо вам за
сегодняшний день, за то, что вы нас выслушали. Рады были с вами пообщаться. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо платформе нашей iTour. Да, были какие-то у нас сложности в начале, но я думаю, это все мы исправим. Так что спасибо всем. До свидания. Всего доброго.